Дорогие коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим методику увеличения объема преддверия полости рта. Метод рассчитан преимущественно для нижней челюсти, дистальных участков в зоне адентии. Такая методика используется для увеличения объема прикрепленной десны перед планируемой костной пластикой при недостаточном объеме мягких тканей и недостаточной толщины прикрепленной десны. Также этот метод подразумевает подготовку принимающего ложа для будущих костно-пластических мероприятий, запуская процесс регенерации. Строго посередине альвеолярного отростка проводится разрез. Полнослойный. Параллельный альвеолярному отростку. Далее выполняются два вертикальных разреза, также полнослойные. И откидывается полнослойный вестибулярный лоскут. Чуть ниже мукогингивальной границы. Также препарируется оральная поверхность. До мукогингивальной границы. Начинается препарирование принимающего ложа для запуска регенеративных процессов путем создания перфорационных отверстий в компактной костной пластинке вестибулярной поверхности будущего принимающего ложа. Мы погружаем сверло. В костную ткань. Не более
5 миллиметров. Далее мы собираем живые клетки, которые у нас получились в процессе сверления и перфорации кортикальной пластинки. Ассистент это может сделать заблаговременно или хирургическим пылесосом. Теперь мы выполняем скарификацию принимающего ложа пизохирургическим ножом для того, чтобы убрать слой компактной кости с вестибулярной поверхности. Вот таким вот методом. Это обеспечит нам прорастание сосудов в будущий костный трансплантат.